Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить Resident Evil 4. А именно, мы сегодня будем проходить дополнение, ребята. Начнем мы разные пути, потом задание Ады, наемники тоже пройдем. Ну, видеогалерея, там это... Ну зачем? Мы это и так все видели, я думаю, не будем там ничего смотреть. Да? Или надо? Если надо, напишите. Ребят, знаете, чего не хватает в Резиденте? Вот сейчас бы вот какая-нибудь... Бы играла бы музычка какая-нибудь. Что-нибудь такое. А то как-то тишина, и думаешь, звук у меня включен, не включен, что случилось? Ну ладно, короче. Пойдемте в разные пути. Так, начать игру, естественно. Ух ты, как она сказала. Я решила взяться за дело потому, оно приблизит меня к цели. Не важно, что будет вокруг. Я никому не позволю узнать правду. Эта игра в прятки не моя. Я быстрее ее прочитала, нифига себе. Ты это кто? О, Амбрелла. Они сейчас нормальные или ненормальные? Не, ненормальные уже. Я думала, они еще, знаете, это до того, что они нормальные еще более-менее. Но нет. Да, катсцены, конечно, такое. Ну, а что мы хотим? О! Это уже этот. Опа! Нормальный, конечно, блин, нормальный. Ой, что-то я XC-то не держу. Не, ну красиво, классно. Я бы тоже бы так хотела прыгать в платье на каблуках. Вот и все. Да кто там названивает? Итак, ты вовремя прибыла в деревню. Да, но местные жители встретили меня немного не так, как хотелось бы. Люди из деревни полностью управляемы и ловят любых незнакомцев. Звони в колокол, это их ненадолго отвлечет. Значит, у местных мальчиков и девочек хорошая внушаемость. Мы больше не можем терять времени. Собери как можно больше информации о паразитах и возвращайся. О, Леон же тут! Любовь моя. Леон? Звон колоколов. Звон колоколов. Какая же красивая Ада. Так. Так, подожди. А, все что ли? Ну да. Так. Подождите, подождите. За Аду есть сокровища или нет? Вот в чем вопрос. О, там что-то блестит. Так, местный житель, не приставай к красивой девушке. Чё, он мне предлагает, знаете, что сделать? Сусейду, представляете? Ты охренел, что ли? У тебя вообще-то жена есть, блин, сусейду ему делать. Офигеть просто, блин. Сусейду захотел, старый придурок. Я тебе сейчас дам сусейду. Ну-ка взять. Пацаны, я опять забыла, блин. Ну ладно, разберемся по нытью пока. Ну-ка. А, я могу ее ножом? Отстань. Ты страшная, я красивая. Все, у меня есть нож. Чего это я туплю? Пацаны. Лучше поздно, чем никогда. Привет. Опа. На тебе вертушку. На тебе, сучка. О-о-о. Встал, наверное, ему нравится, извращенец. Получил от красивой девки. А-а-а! Я быстрее. Я на опережение. Лорд Садлер, какая досада. Так, ну чё, пацаны? Надо, наверное, дойти до пишущей машинки мне и опять выйти из игры и... И вот. Дверь закрыта на замок. На ней выгравирован символ секты. Ясно, Ада. Где-то мой Леон. Слушай, а можно с Леоном сейчас полобызаться? Серьезно, вот я-то задку сейчас... Я и все, я личную жизнь ей устрою, понимаете? А то она так добегается, будет одна с 40 кошками.
Где Леон? Где мой Леон? Так, это что? Скажешь что-нибудь? Неужели это все, что может сделать полиция? Сарказм, Ада. Неуместный сарказм. Привет, коровка. Так, ну пока мы тут полутаемся. Желтая трава, смотрите. О! Ты что, дед, своими раскидался причиндалами? Убери. На тебе! Еще будешь лезть? Ах ты, гаденыш. Ну-ка. Все, лежи, дед, спокойно. И не возникай. Так. А где же Леон отстреливается? Серьезно, я бы сейчас подошла бы к нему и сказала: Леон, help me. Развяжи мне завязки на платье и все. Ну, ребята, что, она так и будет бегать, понимаете? Они так и будут играть в догонялки, пока Леону не наскучит, и он женится на Эшли. Я хотя бы этой женщине жизнь устрою. Так, что-то блестит. Че? А, перепрыгнуть. Перепрыгнуть так перепрыгнуть, но мне не надо. Я пока все оббегу, смотрю. Так, толкать тоже мне это не надо. Зачем мне это надо? Тут что-нибудь скажешь? Леон говорил. Насекомые кишмя кишат. Здесь невозможно жить. Да, тут не хватает женской руки, надо убраться. Понимаете, ребят, вижу такой срач, уже хочется драить и натирать там полы и всякое такое. Но я женщина, мне же надо что-то тереть. А то заскучаю. Так, ну-ка. О, еще потрошки. Так, а мы играем на каком уровне сложности? На среднем? Или... А, ну тут, по-моему, один уровень сложности. Опа. Дробовик. Лучше оставить его Леону. Какая она молодец, ребят, думает о Леоне. Представляете? Какая женщина, какая женщина. Не эгоистка. Но патроны заберу. Эту кровать даже смотреть неприятно. Не то что трогать. И дать Леону на ней тоже не получится. Садлер. Говна кусок. Хотела сказать Ада. Да-да-да-да-да-да-да. Так, выпрыгнуть. Ты тоже можешь выпрыгивать из окна? Давай. Опа. Ну смотрите, они с Леоном идеальная пара. Они, блин, все выпрыгивают из окна. Из окон, простите. Так. Что это? Шпинель. Подождите, а мы за Леона же тут же находили шпинель тоже. Да, а как он... Как шпинель тогда окажется на крыше, скажите? Ой. Ой, врум-врум пришел, врум-врум. Врум-врум, я не хочу, чтобы приходил врум-врум. Взять яйцо. Стол залит какой-то жидкостью. Эти люди не знают простейших правил гигиены. Да им уже пофигу на эту гигиену. Здесь. Так, я надеюсь, не ко мне идут. О, адка с одного удара открывает. Адка молодец. Элегантная маска. Белье требует чистки, короче. Пока, короче, Леон там разбирается, мы лутаем. Я не знаю, что ему надо, какую-то пепперони, пиццу или что. Пикадилли, все. А что это? Это мне так шпинель показали. Ну, похоже. Пришли девку сажать в углу! Вот гады! Баба, ты-то что сюда пришла? Много слишком их! Зажмут же, паразиты, зажмут! Кидай своего мужика, самого эту косу! Я его не звала, блин! Он сам пришел! Не виноватая я, блин! Это по инерции, как курица вот так пришел. Ну. Да! Отстаньте нахрен от меня! Отстаньте от меня, местные вонючие жители! Да сука какая! Да вы чё, блин, офигели что ли, гадёныши, паразитыши и прочее? Так. Я не хотела этого жрать, но жру. Подождите, у меня яйцо есть. Стоять. Стоямба. Ну, это херня. У меня дробаш есть! Ну, блин. У меня есть дробовик, оказывается, я не знала. Ну все, вам конец. Вам конец просто. Ой!
А ты откуда взялся? Нифига себе. Чего они говорят? Прости, они называют меня женщиной. Очень легкое поведение. Вы слышали что-то? Прости. Ну, вы сами поняли. Офигенно. Значит, то, что я ношу платье и каблуки, я уже, прости, сами знаете кто? Ууу, как мужик! Что, тут самый умный, что ли, был? Что-то как-то у нас не задалось, называется. Так. А куда нам идти-то? Нам показали где-то... Они реально называют меня просто... Сами знаете кем. В смысле гарпун? Какой гарпун? Да что вы все в меня... Какой гарпун-то? И на какую кнопку? Ой! Да отстанет меня про... Местная... А на какую кнопку гарпун-то, блин? Ну, сейчас убьют, узнаю. Они не бесконечные, надеюсь? На какую кнопку гарпун-то, блин? Ну вот, включила этой дурацкой раскладки, и теперь, блин, не знать буду, что делать. Ладно, давайте всех убьем, надеюсь, они конечные. Потому что у Леона они тут бесконечные были. А, хорошо. Гарпун на какую кнопку? Может, на Z? А, так я же могу. А где гарпун-то тут применялся? Сука. На Е. Все легко, оказывается, на Е. Взять. Ключ-символ в вашем дипломате. Это сучка в красном, там он орет. Потому что слово на букву П я не буду говорить, YouTube сразу же забанит. Простифульда, во. Это простифульда там, во. Это же можно говорить? Так, нет! Нифига себе, как ты далеко можешь косой кинуть, нифига себе. На тебе. Это они ко мне бегут, нет? Я надеюсь, что не ко мне. Так. А, ну все, мне надо туда только идти, куда еще-то? Они, походу, бесконечные. Там пока Леон домогается бензопильщик, я побегу помогать ему, все. Отстаньте от меня. Да, конечно. Это, прости, Фульда меня бесит, она говорит, вы слышите? Так, хорошо. Ой! Ой, как ты меня испугал-то, блин. О, нет! Еще тебя не хватало. Да, я пожру яйца. Хорошо. Фу. Так, я... Welcome. Что у тебя есть? Got a selection of good things on sale, stranger. Что ты сказал? Come back anytime. Я пролистала нечаянно, я просто привыкла за Леона. Блин, я пролистала его реплику. Так, карта сокровищ, естественно. Ладно. Короче, блин, что он сказал? Там что-то интересы покупателя и прочее такое, наверное. А я нечаянно листанула, ребят, нечаянно. Ну, сейчас за нечаянно вы будете меня бить. Да знаю я. Да знаю я, что мне все плохо. Натурой возьмешь, чувак? Возьмешь натурой? Ладно, я не такая. Так, все, записываюсь. Так, а это сохраняшки на Леоновский пойду, да? Так, и какой у меня уровень сложности? А, ада просто. Уровень сложности ада. Уровень, не знаю, вождения, уровень сложности ада. И все. Так, а я могу выйти обратно? Так, я одно сокровище, оказывается, нашла. Хорошо, в принципе, меня там ничего не держит, да? Нужно попасть в церковь. Нет смысла возвращаться назад. Ясно. Нет, так нет. Нет, так нет. Пойдемте в церковь тогда. В принципе, кстати... Наверное... Началось.
Откуда вы там? Ой! По башке прям получила. Да умри ты! Хрен, блин. Капец, просто меня тут убивают. Все, кому не лень, блин, на маленькую женщину, блин. Совсем с ума посходили, придурки. Откуда они пришли за мной? Как торговец их пропустил? Что за фигня? Так, ладно, ребята, сейчас мы с вами войдем. Так, тут нету никакого... А почему? Тут же висело. Я помню. О, ТМПшки. Только ТМПшки у меня нет, я не могу еще. Зеленый камень. Хорошо. Это и было сокровище, да? Да, это было сокровище. Ну, короче, за адку есть сокровище, это уже хорошо. Это уже плюс. Так, ну ладно, что там? Куда? Ну, вообще-то у меня нету... Это к Леону больше относится, понимаешь? Это? О, блин, с двух сторон, суки! Она сказала, это... Женщина легкого поведения меня бесит! Видите? Вы слышите? Или только я это слышу? Ну, похоже! Да сдохни ты. Дед, ты тоже сдохни. А можем мне патронов лучше давать? Да, все, короче, ребят, не будем больше разбазаривать. Просто они меня каждый раз застают врасплох. Они с двух сторон ко мне заходят. Я как-то не ожидала такого поворота событий, что сразу из огня да в пол мне начнется. Так, ладно. Не будем расстраиваться. Да, конечно. Смотрите, как бабы ненавидят красивых женщин. Вот серьезно, сразу же нападает, сучка. Потому что она уже старая и некрасивая. А я еще молодая и... И молодая. Вот. Я еще могу и фору дать. Так, а тут есть гнезда какие-нибудь? Во, гнездо. А, я же хотела перезайти в игру, блин. Ну, ёб твою. Так, а я уже... Да ладно! Что ты пальцем тыкаешь? Не твоя, вот ты и бесишься. Никогда тебе не дам. Че орешь-то? Я твою сыночку корзиночку, что ли, блин, поцарапала? Это мамаша сейчас пойдет пустить. Да, мамашка. И его сеструха. Блин. Блин. У вас компания, конечно, так, такая себе. Уйди. Уйди. Так, ну-ка, никаких... Не встаем, женщина, не встаем, ложимся. Мамаша, я не буду вашей невесткой. Уйдите в жопу. Так, ну-ка. Мужик, тебе тоже не дам. Так, чё? Что вы там орёте все? Так, а это дед. Или папаша. Все, сразу же его на кладбище отнесли. Кто опять там орёт? Дайте мне спокойно тут все поразглядывать. Надоели уже. Ну, кто там несется ко мне? Пусть он там идет, как хочет. Я пока полутаю. Так, патроны. Ничего. О, желтая трава. Так, мужик, ты дошел ко мне? Как ты долго идешь? Какой ты тугодум, серьезно. Я уже тут и полутать успела. Что проверить-то? Это похоже на символ секты Лос Иллюминадос. На разных могильных плитах разные символы. Хорошо. Хорошо, хорошо. Жалко, что это торговца скипнула. Чего он там сказал, ребят? Напишите, кому не лень. Что прям поскипывала. Я думала, он одно и то же говорит. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Отстань от меня. Гнида. Ага. Знакомиться хочешь? На тебе. В член выстрелила. И теперь не захочешь. На тебя сейчас. Порежу тебя еще. Скотина ты такая. Ручки свои тянешь. Так, ага, не похож. Ну это мы знаем, это та загадка. Я не знаю, загадку ее что? Придется тоже решать, что ли? Ну, в принципе, мы знаем, как она решается. Только я... Меня только пощелкать, я вспомню. Это, в принципе, ничего страшного. Только зачем там решать эту загадку? Кто знает, кто понимает. Так, ну ладно.
Так, уже быстренько уже подходим сразу к этой точке. Ну, откуда мы быстро идем по локациям? Блин, как вот ей туфли ноги-то не трут? Так, мужики. Ну, серьезно, мужики. Ну, уходите. Ну, мужичины. Ну, мужики. Ну, серьезно. Ну, не нравитесь вы мне. Мне нравятся блодички с серыми глазами. Ты куда руки свои тянешь, урод вонючий? Сначала ЗАГС, потом руки тяни. Гнида какая. Офигенно просто. Самоуверенность местных мужчин меня поражает. Так, ну-ка. Где тут чок? Так, гнезд нету. Так. Ой, блин, на лестницу-то зайди, адка. А подожди, а тут что? Тут ты ничего не хочешь сказать? Какие-то могилы, нет? Дверь заперта. Здесь круглое углубление, в которое можно что-то вставить. Что-то вставить. Что-то вставить нам надо. Что-то. Но что? Типа мы не знаем. Не получается. Наверное, закрыто с другой стороны. Угу. Так, тут сокровища, кстати, у нас. Три символа близнецов. Кажется, диск поворачивается. Понятно. Подожди-ка. А где сокровища-то? Стоп, подожди. А сокровища-то где? Вот это что ли? Нет, это патроны. А оно как бы... А можно поближе? Оно в церкви, по-моему, находится, да, ребята? Это в красной черте, да? Это в церкви. Подождите, а у меня вопрос, смотрите. Вот там вот этот знак, который нам нужен, но точка стоит туда. Давайте сначала туда быстро сбегаем, а потом сюда пойдем, потому что, ну... Не знаю, если мы там быстро угадаем, и мы не увидим, что там. Пошла в жопу! А то я не хочу. О, мужики! Да, конечно, это... Прости, Фуль, да тут. Хватит орать. Кстати, а за откуда реакция? Хорошо. Я не хочу смотреть на твою пикадилью. Убери. Тем более старый. Зачем мне старый, блин? Я хочу Леона. Так, дед, ты что-то слишком живучий. Виагры, что ли, нажрался? Ты иди отсюда, молодой, тоже. Корми рыб. Так, а за адку надо какие-нибудь медальончики собирать, что-нибудь такое, нет? Так, вроде бы это сокровище находится там. В церкви. Просто я не хочу ничего пропустить. За Леона мы пропустили кружку. Чего, блин? Вы чё, блин? Вы чё, блин? Нет! Ну-ка, подожди, подожди, подожди. Подожди. Подожди, подожди, пистолет. ТМП куда было купить? Всё, что ли? Подохло. На тебе, посрачник старый. Ну чё ты не сдохла-то? Взять. Хорошо. Так, тут можно открыть. Подожди, подожди, что это у них? О, зеленый кошачий глаз в нашем дипломате. Подождите. Так это получается, что ли? А-а-а, я поняла. Это получается, сейчас адка подложит туда, чтобы Леон взял. Ну, не открывается. Кто-то крепко держит дверь с другой стороны. Ну просто зачем? Зачем адка туда будет подкладывать этот глаз, если там можно было просто забрать, как Леон сделал? Нафига? Я что-то не понимаю, ребят, очевидных вещей или что? Капец, с этими бензопильщицами встретились. Нормально так. Так. Ну, точнее, с одной. Это не, с одной не страшно. Да, в принципе, у адки хорошее оружие. Так, ну что там, я не помню уже. Как там у меня было? Так, подождите-ка.
Так. Подожди, подожди, выход. Так. Так. Вот так, по-моему. Ага. И три, что ли? Да. Круглый амулет в вашем дипломате. Все. А, в смысле? Так, ну-ка. Не ныть. Получить по лицу и стойко выносить трудности. Чё пришли-то сюда вообще, я не понимаю. Я вас приглашала, что ли, идите отсюда. Идите на ферму. Пинок, подсрачник! На тебе. Я лечу это радикулит в кардинально, если что. Доктор Ада Вонг, записывайтесь ко мне. Так, проверить. Чё проверить? Механизм, открывающий решетку, не работает. А, ну так может быть. А, ну все понятно. Предмет зеленый кошачий глаз. Только почему тогда у Леона не работал этот механизм, ребят? Я не понимаю. Почему? Почему? Мы просто забрали и ушли. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла, опять одно и то же. Я сейчас тебе отдам, блин, сучка. На ему! По щам. Да. Никаких ку. На! Блин, не успела, смотрите, не успела. Так, ну-ка, яйцо у меня есть. Лорд Садлер, да? Ну их все равно надо убивать. Там кто-то вроде встает сзади. Если не ошибаюсь, кто-то вроде встает. О! Так, мужик, прекрати. Баба, лежать. Так, денежки взяли, надо ТМП-ку покупать, ребят. Я не знаю, за адку будут боссы? Если будут за адку боссы, это конец, это печаль. У нас с вами ничего не получается накопить. Надо, короче, как-то, знаете, вписываться в игру. Сложность посложнее, чем средняя, наверное. Чуть-чуть сложнее средней, но не сложно. Как это объяснить, ребят? Да. Типа исследовать. Хорошо. Использовать. Круглый амулет. Да, входи. Да ладно вам. На тебе. Все. Да сдохни ты. Да конечно, блин. Что взять? Ну-ка. Главное, чтобы сзади никто не напал. Что-то музыка не заканчивается, значит, что-то еще есть. А кто? Так, ладно, возьмем пистолет, что-то мы слишком тратимся. Кто откуда идет? Ну-ка, мужики. О! Так просто. Кто рычит-то, блин? Кто-то застрял в какой-то текстуре, мне надо помочь? Ну, хрен его знает, может быть. Но я как бы не горю желанием. Ослепляшка, все, значит, скоро эти монстры пойдут, у которых это вылезает. Да где он? Наверху, что ли? Наверху, наверное, топчется, ребят, я не знаю. Кажется, что наверху. Вот так вот. О, урочек. Да, конечно. Пристрой там свою пикадиллю в каком-нибудь другом месте. Придурок. Ой! Да, пацаны. Убивают? Убивают черти как хотят просто. Убивают. Несчастную женщину убивают и убивают. Жри. Не жалко. Я знаю, в эту дверь можно еще сходить. О, блин. Вот они где все. Да умри ты. На! Ну, давайте дорежу, что ли, с ножичком. Все, никакого лорда Садлера. Не вспоминай его.
Так, ну чё, пацаны? Поздравляю вас. Мы всех перебили. Так, ты ничего не скажешь? Лорд Садлер, тщеславный черт. Это будешь? Так, подожди, подожди. Обожди, обожди. Обожди, обожди. А в этой двери что? Эшли там плачет. Пытается как-то выбраться. А почему? А, нет, мы не можем, наверное, вмешиваться. Поэтому что толку? Ада ее выпустит, и что? Это только и хуже будет. Так, ребята, опять-то загадка. Так, ну она, в принципе, легкая. Так, зеленый. Зеленый-то как должен быть? Поворот. Наверное, так. И синий, естественно. А, синий, поворот. Ну, давай попробуем так. Что-нибудь подходит? Нет, короче, не подошло что-то. Так, так, зеленый-то точно так, скорее. Нет, зеленый, по-моему, не так немножко. Так, а за Леоном мне получилось быстрее. Нет. Что-то я немножко сомневаюсь в зеленом. Может быть так? Давай так. Не-не-не-не-не. Так, подождите-ка, подождите-ка, секундочку. Что-то в зеленом, мне кажется, не так. В синем-то вроде так все. Так, давай зеленый. Сейчас, секундочку, пацаны, сейчас будет все. Но это не подходит. Должно быть как-то вот примерно, наверное. Да тоже как бы не очень. Вот я думаю, что вот. Подожди-ка. Давайте по низу попробуем. Вот низ, наверное, такой должен быть. Или такой. Давай так попробуем. И синий. Синий-то что у нас? По-моему, синий тоже не очень, как бы я выставил. Что-то я... Да вроде как бы не так. Давай так. Все. Все, я, короче, что-то не очень, не знаю. За адочку что-то не очень. А вот решетки опустились, смотрите-ка. Но заработал этот, сейчас колокол позвонит. Да, все. О, пора слушать лорда Садлера и его маразматический бред. Как классно, столько я его не слушал. Сейчас он забудет принять таблетки и вообще стендап начнет творить. У-у-у. Как классно. Лорд Садлер. Да, лорд Садлер. Лорд Садлер, наш человек. Церковь закрылась. Леон офигевает. Тут заставки намного хуже, кстати. Bingo? Конечно, в бинго. С Садлером вместе в бинго пойдут играть. Resident Evil. Разные пути. Конец главы. Смертей 0. Убито врагов 62 и 62. Классно. Знаем, что секта Осмунда Садлера известна под названием Los Illuminados. Они нашли существо Лас Плагас. Это все. Нужно больше узнать о планах приверженцев Садлера. Представители семьи Салазар, хранители замка в течение многих поколений, могут управлять Лас Плагас. У нас понимает определенную частоту звуковых волн, как и в собачьих свистках. Прикольно. Данные были получены после анализа тканей одного из образцов, попавших нам. Это какой-то орган, распознающий звуковые волны. Я видел сектантов, которые... Несли церемониальные жезлы нужной частоты, но это только теория. А, вот поэтому он и жезл этот носит, он как раз таки управляет через него. Организации необходимы образцы паразита, чтобы подтвердить или опровергнуть теории. Это моя главная задача. Единственный способ доказать свою лояльность. Первые фигуры на шахматной доске расставлены. Слишком поздно поворачивать назад.
Я решила ввязаться за это дело только потому, что она может приблизить к моей цели. Вот. Так это мы только что прочитали. Да. 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 Все. Ну что, ребята, поздравляю вас. Начало нормальное. Нас 100 раз убили. Но одну главу мы прошли. Глава 2. Сколько тут всего глав? Интересно мне. Как называется? А! Я жду, когда это... Когда оно вот это само... Садлер, Садлер, тупой чувак. Я хотела сказать на букву М, но не стала. О, Атка читает книжки. Кстати, надо выйти из игры. Возникла проблема. Лос Иллюминадос нашли нашего исследователя. Ты говоришь о том испанце? И где он сейчас? Его держат в заброшенном доме на северо-востоке от деревни. Он должен остаться в живых, пока не найдет образец. Я это и так знаю. Пошел в жопу, Вескер. Луис, сэр. Я предполагала, что с ним будут проблемы. Спасение Луиса. Тын-тын. Хорошо, ребят, но спасать Луиса мы пойдем в следующей серии. И я бы хотела бы сохраниться где-то здесь. Тут есть пишущая машинка, кстати говоря. Что-то я не посмотрела. Нет, только торговец. Ну ладно, ребята. Давайте в след... Блин, я опять его испугалась. Простите, я знаю, что у вас от моих летсплеев иногда минус уши. Но вы сейчас скажете, ага, иногда, постоянно, блин, уже, блин, глухие на одно ухо. Извините, ребят, но знаете, что у меня какой в голове вопрос возник? Мы деревню всю не оббегали, я сразу побежала открывать церковь. Давайте я за кадром быстренько сбегаю, посмотрю, если там ничего нету, я успокоюсь. Вот. Давайте так, я быстренько посмотрю. И реплики торговца я тоже запишу вам. Если там будет что-то в деревне интересное, я запишу. И реплику торговца я запишу, что он сказал Адочке. Потому что я не хочу так, ребят. Я ненавижу проходить, не знаю, каким-то спидраном, что ли. Что-то не рассматривать. Я вот всегда... Ну, я всегда стараюсь все найти, что есть в игре. Ну, не совсем, конечно, все. Ну, вот большинство, что может нам дать игра. Вот за этот красный кошачий глаз я до сих пор себя корю. Но надеюсь, если будет стрим по Резиденту, я найду эту кружку и буду довольна. Ну что, ребята. Если что, после прощания будет еще дополнительная часть летсплея. Если нет, то значит там ничего не было. Ну ладно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня всем. Пока, ребят. Давай, Атка, что тут у нас? По-моему, мы сюда не бегали, если не ошибаюсь. Так, они за мной побежали все. На! Пошел ты нафиг. Леон побежал, смотрите, там Леон! 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 Леон, ты где? Леон! Да пошел нафиг! А где Леон? Пацаны, Леон пробежал! Не зря я переиграла, там Леон пробежал! Офигеть! Леон пробежал! Да, конечно. На! А чё гарпуна-то, кстати, нет? Ну-ка, подожди. Сука! Старая! Так, ну, ребят, я думаю, в принципе, вот эту часть уже, наверное, никто не смотрит. Ну, только там самые отъявленные фанаты моего канала, поэтому я даже вырезать не буду. Ну-ка, до свидания. Пошел нафиг, мужик. А зачем я это собираю? Я все равно к тем сохранениям вернусь. Ладно. Я не буду смотреть на твою Пикадиллю, отстань от меня. Так, ребят, сейчас в эти дома сбегаем. А зачем я это собираю-то? Мне ж не надо. Ладно, неважно. Так, что тут есть? Ну, что-то было. Что это? Яйцо было, ребят, представляете? Ну ладно, без яйца мы проживем, это не страшно. Без яйца мы проживем, это не страшно. Тут патроны. Ну, без патронов хуже, но проживем. Так, хуже, но проживем, конечно. Тут что? Шпинель. Плохо?
Дверь не открывается. Кажется, кто-то держит ее с другой стороны. Да кто, пацаны, тут держит? Двери-то держит. Вообще офигели, что ли, черти? Все двери держат. Наглость какая. Так, дед. Он в очках, кстати. А разве не были в очках, ребят? Только сейчас заметил, что на деде есть очки. Фига себе. Начитанный, наверное, мужик. У меня закрыто. Разве не видите, что синий факел еще не зажжены? А-а-а! Но для меня интересы покупателя – закон. Продайте мне свое добро, тогда купите оружие. Все, ребята. Ну что, ребята? Мы с вами посмотрели там всю деревню, потому что вот за адку там мы все сбегали, а вот тут вот мы не бегали. Вот сюда вот сбегали, а тут мы пробегали с вами. Так что все, ребята, я вам показала. Оказывается, тут пробегает Леон. Не зря, не зря я записала вам еще маленький кусочек. Ну что, теперь преданные фанаты посмотрели. Все. Ну все, ребята, встретимся в следующей серии. Теперь моя душенька спокойна.